Hyper EP10000 – стильный внешний аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки. Устройство поставляется в фирменной коробке с удобным европодвесом и комплектуется USB-кабелем с краткой пользовательской инструкцией. Аккумулятор выполнен в белом прямоугольном корпусе и по габаритам не превышает 14,5 на 7 см при толщине чуть менее 2 см. Вес – 240 граммов. На фронтальной стороне устройства разместился небольшой дисплей, который позволяет мониторить оставшийся заряд пауэрбанка, а на боковой торец вынесены порты для подключения гаджетов. Интерфейсы представлены двумя разъемами USB-A с максимальным выходным током в 5 ампер. Рядом с ними расположены разъемы USB-C и micro-USB. USB-C работает на вход и на выход. Micro-USB предназначен только для зарядки самого аккумулятора. При этом поддерживается возможность быстрого восполнения емкости самого пауэрбанка. Отметим, что пауэрбанк поддерживает следующие протоколы быстрой зарядки. Huawei SuperCharge мощностью до 22,5 Вт, 18-ваттный Huawei Fast Charge, Qualcomm Quick Charge 3.0 и Samsung AFC. А еще предусмотрена поддержка Power Delivery мощностью 20 Вт через разъем USB-C. Емкость встроенного литий-полимерного элемента питания составляет 10 000 мАч. Этого хватит, чтобы 2-3 раза зарядить современный смартфон, либо на несколько зарядок кейса от беспроводных наушников. При этом поддержка двусторонней зарядки по стандартам Power Delivery 3.0 и Quick Charge 3.0 позволит заряжать совместимые устройства гораздо быстрее.